раз в году мы дарим гитары, поэтому это самое. Если вспомнить, когда мы были детьми, да, там любая гитара самопальная из какого-то там ящика сделанная была просто пределами мечтаний. Ну, сейчас, может быть, претензии, так скажем, или ожидания у детей, я думаю, немножко другие. Поэтому для нас это был, наверное, предел мечтаний, такая гитара. Интересно, как ее воспринимают вот сейчас эти инструменты. Хотелось бы, наверное, чтобы, по крайней мере, они дали, скажем, повод человеку, ну, не знаю, там, не то что развиваться, но имею в виду, что... Еще одними битлами, чтобы стало больше. В Зеленограде, по крайней мере. Поздравляем прекрасный зеленый город Зеленоград с таким возрастом, не знаю, большой или маленький, 55 лет? Я думаю, маленький, потому что я видел города, это самое, еще с меньшим городом, то есть с меньшим возрастом это было. Город с возрастом 8 лет, это был ужасный город, ну, потому что там были одни улицы и столбы. Зеленоград, в отличие от этого города, да, он, можно сказать, утопает зелень. В Зеленограде я был еще до пикника, то есть я имею в виду давным-давно, потому что у меня здесь живут родственники, вернее, у моей жены. Поэтому я слежу за городом более внимательно, может быть, чем за какими-то другими городами. Желаю процветания Зеленограда. Ну да, в заключение скажем, что города вообще живут по 3000 лет, бывает. Поэтому у города все впереди.